медицинскую страховку компании Sixon. Будьте спокойны за свое здоровье вдали от дома. Доктор Лингард, это Рэнсом. Не помните? Ну как же, ваш друг в верхах компании Sixon. Наверное, вы уж и голос мой забыли. Не звоните, не заходите, совсем меня забросили. Ну что ж, вы дама занятая, а у меня много друзей. В том числе и в службе безопасности. И кое-кто рассказал мне о том, что вы сообщили недавно Уэйтсу. Меня тоже очень интересует ваша находка. В конце концов, много ли знает о вас Уэйтс? Точно меньше меня, вашего старого друга. И вряд ли он будет снисходителен к вашим махинациям на черном рынке медикаментов. С нетерпением жду вашего звонка, док. Я иду.